Счастье в каждой улыбке. Удивительно позитивные снимки молодые женщины прислали на конкурс фотографий, организаторами которого выступили областной перинатальный центр, Союз женщин России и библиотека имени Маяковского. На конкурс поступило более полусотни работ. Фотографии оценят в трех номинациях: «В ожидании чуда», «Моя дружная семья» и книга «Лучший друг семьи». Ведь дети – это что? Это счастье. А сегодня, между прочим, 20 марта – Международный день счастья. И глядя вот на фотосюжеты, которые мы получили по результатам этого конкурса, прям вот даже мурашки по телу, потому что действительно семьи очень дружные и семьи по-настоящему счастливые. Потому что счастливые почему? Потому что они улыбаются и потому что у них есть дети. Вот то, чего мы хотели достичь по результатам этого конкурса. Почти 28 тысяч рожденных малышей за 7 лет работы. Областной перинатальный центр подводит счастливые итоги. Большинство участниц конкурса состоят на учете в центре или уже родили там малышей. Но есть и исключения. Мы вот придумали, что это будут участвовать только семьи, которые наблюдались по беременности или рожали в нашем перинатальном центре. Но присоединились другие семьи, и мы ни в коем случае сейчас не выведем их за рамки конкурса. Они тоже будут равнозначными конкурсантами, потому что это чудесные получились фотографии, семейные снимки. Это действительно то счастье, которым люди захотели с нами поделиться. Победителей определит компетентное жюри. Награждение состоится в апреле. Часть фотографий украсит стены перинатального центра. Анна Карпушина, Кристина Смирнова, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».